современные технологии сделали свое дело. Я, в общем, просто зашел на Booking, смотрел там по рейтингам, по отзывам, забронил какой-то Green Hall, там переночевали и двигаемся дальше. Ну, в Ростове. Машину в Краснодаре, потому что она испачкалась, потому что под Ростовом был дождь уже ночью. Пообедать в горячем ключе, в харчевне, знающие люди сказали, что там вкусно. И потом сфоткаться на серпантинах и днем их проехать по красоте. Но нельзя же просто так проехать Краснодар, когда у тебя в Сочи есть буйный друг. Поэтому по просьбе буйного друга мы заехали в Forward Auto краснодарский для того, чтобы пару запчастей для его машины. Гоча, брат, как видишь, я оказался у тебя в гостях, наконец-то, в Краснодаре. Вот парни передали послание. Давай, обустраивайся скорее и радуй краснодарских пацанов красноярскими ништяками. Запчастюли забрали, форварду спасибо. Едем дальше. Аркаша, встречай. Ресторан харчевни, который мне друзья рекомендовали в горячем ключе, оказался очень-очень приличным, с очень приличной территорией. У меня тут своя огромная территория, и сыроварни, и ресторан, и игровые площадки. И очень мне напомнило место, я забыл, как оно называется, в 100 километрах от Риги. Мы вот в прошлом году заезжали, там тоже и сыроварни, и ресторан, и пруд, и игровая площадка. Лере там очень понравилось, он до сих пор вспоминает. В общем, обязательно рекомендую сюда заехать. Ну все, начинается серпантин, начинается дорога вверх, очень клевые дрифтовые повороты, пока достаточно свободно и уже красиво. Вот оно, лазурное побережье, очень красивого цвета вода, кстати. Ай, деревья, ничего не видно. Ну ладно, просто поверьте, что оно уже там. Морюшка. Все, самый опасный пост ГАИ проехали, причем забавно, мне гаишник махнул, значит, я остановился подальше там, чтобы он прошелся, что он мне сильно поздно махнул, и смотрю в зеркало, он мне типа машет, все, ладно, езжай. В общем, мы уже почти. Что еще хочу сказать, вопреки многим комментариям, которые говорили, что днем на серпантине жопа, совершенно это не так, по крайней мере, вот в апреле серпантин проехали абсолютно пустой и с красивыми видами. Короче, долгожданный пакет передается обладателю. Братан, ну ты уверен, что все-таки вызвать курьера из Москвы через Краснодар в Сочи стоило того, чтобы привезти эти запчасти? Всего 700 рублей вообще. 700 рублей? Мы так договаривались? Черт возьми, вот это. Так, ну все, мы доехали, наконец-то доехали. Тут вон вся банда уже стоит. В парк-ин заселяемся. Хватит с вас сторис. Пойду я отдыхать. Или нет, не знаю. Ладно, не могу вам не похвастаться видом из окна, который открывается передо мной.